Говорит Международное радио Китая. Говорит Международное радио Китая. Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы. Си Цзиньпин требует инспекции в город Сиань. За сутки в Китае зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Кремле назвали несостоятельную идею об искусственном происхождении коронавируса. А сейчас об этом и других новостях подробно. 22 апреля председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках инспекционной поездки по северо-западной китайской провинции Хэнь прибыл в административный центр региона город Сиань. Он посетил компанию «Автогигант Шэньси Автомобайл Хокинг Групп», транспортный университет, а также коммерческий квартал, чтобы узнать, как идет процесс восстановления работы бизнеса и торговли после улучшения в стране и регионе эпидемической обстановки. В автомобильной компании провинции Шэньси Си Цзиньпин ознакомился с вопросами разработки производства, маркетинга и сбыт и общей ситуации с составлением продукта холдинга. Си Цзиньпин сказал: «Вырабатывающая промышленность – это экономическая артерия нашей страны. Государственные предприятия – это главная сила восстановления производства. Я только что ознакомился с вашей продукцией, осмотрел производство линий. Узнал, что ваша компания преодолела влияние эпидемии и достигла высокого уровня и объема автомобильного производства, что заслуживает всяческих похвал. Я надеюсь, что вы приложите